мы с вами идем срочно в секонд-хенд. С вами королева полиэстера. Погнали! Мы с вами приехали в Ригу, приехали в Киломакс. В предыдущей серии. Много я не брала, я взяла комплектик, взяла штанцы и пару платьишек. И вот пришли, увидела боди и решила его взять. Помните боди? Самый первый раз, когда я пошла в Киломакс, я померила такой боди. А потом жалела, что не взяла. Ладно, все, примеряем. Прям чувствую, как худею. Так, нашла такое платье интересное. Такими кружевами. Сейчас покажу вам фирму, все покажу. И вот так он выглядит, смотрите. Вот так вот. Ну да, здесь еще немножко уйдет. Будет шикарно. Я так всегда вещи примеряю, правда? Смотрите, тапочка. Подойдут к этому прикиду. Все, выключай. Такое платьице, мне кажется, очень хорошо я выгляжу. И сразу видно все, что я потеряла. Вот так вот все выглядит красиво. Здесь такая подкладочка, видите? Рукавчики симпатичные. Не, платье, конечно, бомба. Просто шик. Мне очень нравится. И здесь все, видите, подчеркивает все, прям всю красоту обозначает. Типа, посмотрите, какая красотка идет. И с ботинками хорошо, кстати. У этого платья фирма, 44 размер. И сейчас посмотрим состав с вами вместе. Так, и значит смотрим. И пишут нам 96 полиэстер, эластан 4%. Вот такое платьице. Сейчас плавно переходим вот к этой фирме, буква В. Здесь такое платьишко. Состав, сейчас все посмотрим. Значит, состав у нас 95 полиэстер и 5 эластан. Все как обычно, ничего не меняется пока что. Так, примеряем быстренько. Время у нас осталось полчаса до закрытия магазина. У-ху! Это платье тоже хорошо, но мне кажется, здесь придется какую-то брошку, а то все прям нараспашку. Чего-то здесь не хватает у меня. Сейчас покажу. Вот такое. Такая тут резиночка. Вот такое платье. Здесь такая висюлька. Здесь много места. О. Здесь что-то не то. Хочется какую-то брошку завязать. Это нет. Все, это нет. Это точно нет. Мне не нравится. Цвет хорошо. Все хорошо, только вот мне не нравится здесь вверху. И на спине что-то мне не нравится. Вот. Все прям выпячивает, что ли. Так, красное платье от Next. Состав. Don't wanna jinx it.
подкладочкой, все как надо. Спинка красная. Ничего такое симпатичное. Мне не нравится ни длина, ни то, что она очень сильно обтягивает. Чуть стекло не выбило. Вот. Сейчас покажу. Дизайнер, который мне нашел это платье, очень заценил, ему очень понравилось. Вот такая я красотка. Все складочки, все видно. Видите? Ну, со стороны виднее. Тут такие шнурочки. Так, в этом платье хочу передать привет Наташе. Будем такие красотки ходить. Одинаковые. У меня, правда, здесь немножко подчеркивает талию, видишь? Такие штучки. Шикарно. Вот так вот выглядит эта клеточка. Здесь свободно. Это то, что выбрали, 35% коттон, смотрите. Вот. Зелененькая. Вот это тоже очень хорошая клеточку. Здесь с сапогами буду ходить. И она еще одета у меня. Хорошее платье. Сейчас посмотрим состав. Вот прям ткань шикарная. Я чувствую себя просто шикарно. И вот за счет вот этих линий по бокам фигуры еще больше. Прям вот. Вот прям красотка, все, ничего не могу поделать. Вот, смотрите, видите, вот эти вот штучки по бокам. Широкие штучки, как мне надо. И длина нормальная. И нормальные у меня коленки, очень даже симпатичные. Здесь, правда, что-то вот. Но это сейчас так модно, но так надо. Что-нибудь придумаю. Но шикарное просто платье, просто шикарное. До закрытия. Надо быстро. Так, платье, смотрите. 77 полиэстер, 27 вискоза, эластан 2%. И фирма у нас вот. Так, штаны хотела вот такие красивые, видите? Но они мне маленькие, к сожалению. Вот, вот такой цвет мне хотелось бы, но посвободнее что-то. Видите, тут в комплекте идет ремешок и бодик. Вот он, бодик, который я хотела еще тогда взять. Наверное, сейчас возьму, чтобы спать спокойно, и все. Пусть лежит. Симпатичный. Так, это сказали, что как цирковая актерия. Покажу, какие трюки я умею делать. Показать. Вот такие штаны. Это не я, это бодик тут собрался. Не нравится? Смотри. Штаны какие прикольные. Нет? Почти. Так, штаны не мое. Бодик мое.
чувствую себя офигенно. Боди хороший. Я чувствую себя в пижаме. Босиком. Что-то не то. Зато это мне точно не маленькое. Нет. Нашли вот такой офигительный просто костюмчик. Но мерить я его не буду, потому что я его просто не успею одеть. Не успею снять. Такой просто бомбический. Нет, выходим. Так, 8.33 получается бодик. 12.25 получается платье. И 9.66 получается еще одно платье. Модель уже заносит. Хорошо, мне нравится длина, карманы и что-то. А, это что-то к моду. Мне не нравится то, что нет капюшона. Вот, смотри, есть затяжки. Но нет капюшона. Нет капюшона? Мне кажется, хорошо. Может, здесь хорошо. И здесь хорошо. Смотрите, как длина хорошая, коленки прячет. Ой, не видно. Вот. Верх мне напоминает, как это с бриллиантовой руки. Платья такие, да, были? Понимаю, что у нас с подругой есть одинаковые платья хаки. Сейчас будет клеточка, вообще будем красотки. Вот красивый меха. Короче, я так понимаю, мы последние остались. Магазин закрываем. Шарфики. Шапочки. Эксклюзивную тоже ничего себе не нашла интересного, кроме той курточки. Еще немножко хоть постою здесь чуть-чуть. Видели, сколько я набрала? Видели? Видели, сколько я померила? Люди смотрят сейчас, что я такая довольная, выбежала из магазина. Посмотрели, что за магазин. Офигели, наверное. Пойдем. Смотрите, я часто вижу, как люди просят денег у людей, а тут почему-то мне дать хотели. Мужчина давал мне копейки. Это что значит? Он чувствовал, что мне надо еще на платье? Но ты видел только, что мужчина подошел? И сувал монетки мне. Это пипец. Такого еще я не видела. Выключай. Ну типа иди, я останавливаюсь. Смотри, какой вид у меня здесь открывается. Со мной все бывало, но денег мне еще на улице не предлагали. Вот честное слово, такое первый раз. Смотрите, в баре уже, видите, украсили ко дню Святого Валентина. Все в сердечках, все красивенько. Такое ощущение, что после 8 вечера в Старой Риге жизнь только начинается.
Идем, а тут мелодия. Миллион-миллион алых роз. Буду вам петь, потому что нельзя, наверное, авторские права. Та-та-та. Красиво очень. Миллион-миллион алых роз. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, кто всерьез? Елочки не хватает. Так, мы нашли, куда собрали весь снег. Видите, в городе одна такая кучка. Ну, там еще маленькая. Тут, смотрите, вся площадь чистая. Красота. Смотри, ты сейчас заметил, что не ветерочка. Шикарно, просто шикарно. Никого. Иду я. Смотрите, вообще никого. Шикарно. Отлично с вами сходили по магазинам. Хорошо провела время. Подняла настроение себе и, надеюсь, и вам. Ребят, всем большое спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Все, всем пока!